Ложись на диван, здесь как раз на двоих. Ты хочешь, чтобы мы легли вместе вдвоем? Чтоб я расплатилась за теплый прием. Ну зачем ж так прямо? Изволь, заплачу. Но я ведь тебя не люблю, не хочу. Ай, давай обойдемся без вычурных слов. Ведь кроме любви есть лечение полов. Вот я подхожу к тебе, чувствуешь, вот, за ушком целую, ласкаю живот, ну, чувствуешь? Нет. Но ведь хочется. Нет. А ты вместо «нет» скажи «да» мне в ответ. Но я не могу, без любви не могу. А ты притворись. То есть, раз я в долгу, то значит должна. Хватит дуру ломать, не девочка все же, должна понимать. Любить без любви, по нужде, по уму. Мне секс нужен, секс, мне любовь ни к чему. Да что же ты, милый мой, в нем понимаешь? О, могу показать. Не пугай. Обижаешь. Без трепета, наспех, как псы под кустом. Вот книга, прочти, остальное потом. Наука любви, это что ж за наука? Овидий на зон, тут стихи, ну и скука. Прочти, не ленись, поумнеешь, быть может. Ты думаешь, это в любви мне поможет? Он кто был? Сексолог? Нет, он был поэт. И жил до тебя за 2000 лет. Ай, да что же тогда понимали в любви? Читай, и на психику мне не дави. Прежде чем женщину взять, научись говорить комплименты. Уши у женщин за тем, чтобы восторгом внимать. Позже, когда убедишься, что стал для нее интересен, нежно ей руку пожми, к жарким устам приложив. Не начинай сгоряча тискать ее, словно тесто. Лучше сдержись, чтоб она страстность смогла проявить. Сам же за взором ее чутко следи и дыханием сразу увидишь, когда можно свой пыл показать. Пустите, сам найду доверия! Заглохни, хроник, нет тебе доверия! Я ночеболен, мне бы водки дашь! Тебя в упор не вижу, я алкаш! Пока не кончишь рисовать, не выйдешь! И ни друзей, ни водки не увидишь!